трасса 101. Приветствую, в эфире трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. В Госдуме снова поднят вопрос о снижении максимально допустимой скорости транспортных средств в городах – 50 вместо 60 км в час. Идею озвучил хорошо знакомый по поправкам в ПДД последних лет депутат Вячеслав Лысаков. Однако, с другой стороны, он предложил и своеобразный пряник для водителей – превышение скорости не более 20 км в час оставить ненаказуемым. Трасса 101. Чтобы вернуть автомобиль со штрафстоянки пьяному, а вернее уже протрезвевшему водителю, придется внести залог в размере 30 тысяч рублей. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении еще в 2016 году. В нынешнем, возможно, документ будет одобрен окончательно. Обоснование заключается в том, чтобы увеличить собираемость штрафов с нетрезвых автомобилистов. По информации издания «За рулем», две трети из них взыскание игнорируют. Трасса 101. Страховые компании вслед за Министерством транспорта потребовали ужесточить правила прохождения технического осмотра, а также зафиксировать его минимальную стоимость. Страховщикам, видите ли, не нравится, что, например, в Хакассии ЗТО легковушки просят 300 рублей, а в Москве 720. 1000 рублей – вот адекватный начальный ценник техосмотра, считают страховщики. Добавлю, что в Кирове стоимость ТО легкового автомобиля почти 500 рублей. Компания Renault подняла цены на свои автомобили в России. Logan и Sandero подорожали на 10-15 тысяч рублей. Sandero Stepway на 10-16 тысяч. Больше всего в цене прибавил Duster на сумму от 15 до 27 тысяч рублей. Таким образом, кроссовер стоит сейчас минимум 659 тысяч. Трасса 101. В России сейчас насчитывается около 42 миллионов легковых автомобилей. За последние 10 лет их количество, по данным агентства «Автостат», выросло в полтора раза. Больше всего легковушек зарегистрировано в Москве и Санкт-Петербурге. Также в десятке городов с самым многочисленным автопарком – Екатеринбург, Новосибирск, Самара, Казань, Нижний Новгород, Челябинск, Омск, Краснодар, Ростов-на-Дону и Воронеж. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова» и в группе программы ВКонтакте. До свидания. Трасса 101.